Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорудин. Так как же правильно запарафинировать верхний срез, верхний глазок черенка винограда? Эта операция защитит верхний глазок от быстрого высыхания. Для этого нам необходима любая небольшая емкость, которая может выдержать температуру воды в 100 градусов. Для проведения этой операции нам нужно две емкости. В левой будет кипящая вода, в правой будет холодная вода. Нужен вот такой контактный термометр, несколько черенков, которые мы будем парафинировать. И кроме того, нам нужен еще и парафин. Опускаем парафин в нашу емкость и заливаем кипящей водой. Через пару минут парафин расплавляется и всплывает на поверхность воды. Ждем, когда температура опустится до 85 градусов, и начинаем парафинировать наши черенки. Самая лучшая температура парафинирования черенков от 80 до 85 градусов. Итак, температура 80,5 градусов. Обратите внимание, на поверхности воды появилась пленка парафина, поэтому можно начинать парафинировать наши черенки. Перед парафинированием черенки должны быть прогреты до комнатной температуры около 20-25 градусов, а поверхность черенка должна быть подсушена без капель воды. После чего опускаем на мгновение в эту емкость наши черенки верхней частью, чтобы погрузился глазок и еще пару сантиметров. И после парафинирования сразу охлаждаем в холодной воде. Все, наши черенки правильно запарафинированы, верхний срез и верхний глазок покрыт тонкой пленкой парафина. А с вами был Юрий Егорудин. До скорой встречи, до свидания, пока.